Всем разве на бой. Вот ну, этой вот она не сфотографировала. Вот это. Надо чем-то двигаться. Вот он. Да, вот это мне. Вот это? Или нет, это. Мы какую-то мыть с Настей хотели. Мы вот эту будем. Да? Да. Давай вот эту. Так, а тут что? Тут его нету. Нету. Так, ладно. Давай записывать. Сейчас иду с работы. Тут такая тропинка. В борщевике вся. И такой дорогой я иду на работу. И с каждым днем она все хуже и хуже проглядывается, эта тропинка. Это борщевик еще маленький. Так, прошли самое главное. Так, а утром мы выбирали фотографии, которые будем делать из садика. На 1750 выбрали. Будем ждать теперь месяц. Так, тут делают магазин какой-то. Наверное, магазин одежды. Такой какой-нибудь. Чего, Леха? Давай, садись, раздеваться будем. Давай, я тебя раздену. Что в садике? Почесать. Почесать? Уже кепка в каплях каких-то. Каплях? Попадел. Видишь, какие-то? Это, наверное, не стирается уже. Пойдем гулять-то? Ну, пойдем. На улице жара. Выкинь бяку, Леха. Так, на сегодня у нас картошка тушеная с мясом будет. Так, на улице дует ветерок. Поэтому, ну, он подует еще. Он периодически дует. Накинем куртку. Руки у него холодные, тем более. Вот стадион вчера. Сейчас дам, сейчас. Люди вон бегают вокруг стадиона. Ну-ка, а не по стадиону, вон там вдали. Ну, не видно уже. Так, мы сейчас идем в Пятерочку. Все уже растрепалось. А? Ты заколка, не заколка, она не держит уже. Видишь, что тут один зуб всего. Ага. Все распускается. Вылезает все. Тоже выкидывать ее. Ничего не держит. Вон там трактора ездят. Что-то они же там делают. Они, наверное, собирают всякие штуки, может, какие-то свои. Не знаю, то, он что его... не закончили. Мне кажется, он ему землю нагрузил в машину. Может, какие-то завершительные работы делают, которые так нельзя оставить. Надо он с той стороны будет посмотреть. Вывеска. Не это. Не сняли они опять? Да ничего там не сняли. Там до сих пор приглашают, абонемент дают. Вот сюда вот. Говорю, вот тут они закрывали, что школа тенниса. А там реклама ж просто висит. Лучше бы оставили, как было. Было лучше. Блин? Да. А сейчас пустырь там. Вот у наркоманов их всех видно. Их там и нету. Ну, до этого вот им было хорошо. Так, вот вчерашний банкомат, где мы деньги снимали с Лёхой. А
Да, там банкомат Лёха это. Смотрите. Ничего не знаю, Лёш. Сейчас, Лёх, заедем. Нет, потом поедем. Да, потом поедем. Надо выгонять. Я пойду поставлю. Ага. Выкини, да, куда-нибудь. Пускай валяется улитка. Изюм. Хватит, нельзя есть. Кушать нельзя, Лёха, она грязная. Лёша, сейчас сядешь в велосипед. Так, ну-ка, пошли. Мали ест. Пошли, я сказала, сейчас будут ругаться. Пойдем, Лёха. Нельзя так делать. Яблоко дома. Нет, у тебя вот там яблоко в велосипеде. В велосипеде яблоко, Лёш. Пойдем. Он тоже какие-то новые. Пойдем сюда. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем туда, дойдем. Леха. Пойдем, пойдем. Я туда пойду, Лех. Пойдем туда, сходим, потом туда пойдем. Нельзя кусать. Ну-ка, вставай. Вставай, грязно. Леша. Вставай. Я не могу одной рукой его поднимать, потому что. Ну что? Давай выберем попить, Леша. Что? Речь? А? Речь? Речь? Что-то побольше можно. Так, мы можно сейчас пойдем домой, Леша. Вот 89. 84. А, это фантово. Леш, хватит. Вот это взять, да? Ну, давай. Мы сейчас пойдем домой. Пойдем, куда ты хотел. Бери. Неси. Да. Да, иди. Подожди, подожди. О, господи. Не надо бегать. Ударился. Давай, поворачивайся. Я тебе сколько раз говорил, не бегай. Все, все, все. Бери на руки, выходи. Пойдем на улицу. Пойдем. Не надо бегать, полы скользкие. Тут на мне какой-то жук сидел, упал, красивый. Опираться на спиночку. Так, против солнца снимать, конечно, не особо. Подстрелил. О, видишь, как хорошо. Куда жук-то упал, интересно? Куда я знаю? Я его даже не видела. Я его даже не видела. Как тебе сказать? Снимал тут еще один. Какой черный дым у него, видишь? Видишь, какой черный дым?
недавно вот это не дымит видно. Поезд. Обычно вот такой почти не видно. Ай, какой черный дым. Вот это да. Вот это да. Солярки он едет. Там еще... Ну, что-то я такого не видела давно. Обычно едут и почти не видно. А тут он сейчас задохнулся. Много дыма вообще. Вон там еще какой поезд едет. Вон там. Здесь пока шатает, что стоит. Он меня пародирует. Хотя как я сесть. Давай, вот тут я это подстелила под спину. Поезд не застрял. Чё? Застрял поезд. На, Лёвка, ещё, а её бери. Всё, иди, да, иди. На. Тут ещё нектарин есть, смотри. О, вот этот красный. Ага, бери нектарин. Не знаю, о чем это. Садись, отдыхай. Вот так облокотись, как я. Это подстелила. Помягче будет. Леха, там стоянка, то нельзя ходить. Лёша. Туда, Лёх, нельзя ходить. Ага, машинка там, да. Это работает штука? Не работает. Пойдем, Леш. Вон в лавочке еще, Лех, есть. Пошли. А ты брал с тобой машинку-то, Леха? Да. Да? Какую ты брал? Нету ничего. Нету, Лех, машинок. А дома, наверное, осталось? Нет, дома нету. Ну, пойдем, посмотрим. Нигде нету. Сейчас доедем домой, посмотрим. Тормози, мам. Чего? Тормози. Тормози? Зачем? Я тебя сейчас прибью, дальше. Ну что начинается-то? Нельзя в ноги вгать. Нельзя, да. Нельзя гибнуть на ноги. Что сказал? Сейчас сварится. Сейчас сварится, будешь кушать. Не надо, Лёха. Нельзя бить папу. Алёха. Как меня, он тебя, по крайней мере, не бьет.
поешь и будешь спать. Глаза трёшь. Не поеду. Куда не поедешь? Никуда не поедешь. Спать пойдешь, поешь и пойдешь спать. Нет, я не пойду спать. Я потом иду. Ну, надо игрушку боксерскую покупать. Нет. Будет бить. Нельзя, папа, это не кукольня. Не надо? Давай я вместо груши. Что-то странного ко мне подходит. Подозрительно. Алло. Чего? А что мне есть-то? Макароны и курица. А где она? В духовке. А, в духовке. А картошку я тут достал. Ну, хочешь картошку есть, а макароны, хочешь картошку, хочешь макароны. Ну ладно, давай тогда. Давай. Так, сейчас мы поедем на источник. Здесь, конечно, не будет дядя на улице. Обещали грозу. Но пока тихо. Так, Лёха из садика пришел у нас. На сегодня у нас вот курица из духовки такая. Макароны на микроволновке греются. И картошка тушеная с мясом. Куда поедем? На машине поедем? Не поедем, носики не поедем. В лес поедем, Леха, в лес. На источник поедем. Что? Только купила. Одноразовая сумка. Сумка 2200 стоит, и уже можно выкидывать. Не поеду, давайте не поеду. Нежнее, чем на той был. Не, мама, не поеду. Может, ее пока не поздно пора отдать обратно? Давайте не поеду, мама. Там же месяц сдается. По-моему. Когда иду. Сейчас я посмотрю, это дело. Это, конечно, не дело, что за пару раз она уже вся. Конец ей. Какой-то очень нежный материал. В то я ходила несколько лет, и она у меня вот начала стираться так. Я посмотрю. Вот такие макароны получили на Озон. Подводный мир. Какие-то рыбки там, черепахи. Одна пачка стоит 29 рублей. Так, вот эта сумка. Мы на нее сделали лопат. Будем ее отдавать послезавтра. Так. Микрофоны. Эту сумку мы одели, наверное, может, раза два она ее одевала. Может быть, часа два она ее поносила, и вот что с ней стало. Это была самая дорогая сумка из тех, что продавались в таком формате. Вон тут тоже все уже отслаивается, где сгибы есть, вон тут. Что делают, вообще непонятно. Так, мы сейчас едем на источник. Вот у нас бутылки здесь, еще две в машине бутылки. И вот у нас осталось сколько воды. Сейчас мы ее тоже куда-нибудь денем. Как мы поедем, не знаю. Еле успел сесть в машину. Ветер сильный на улице. Дождь начинается. Вон, слышно, какой ветер. Надеюсь, закончится. Пока мы приедем, ехать нам полчаса. Пыль поднялась. Как-нибудь поедем. Пойдем в машину, дождик идет. Пойдем скорее. Съездили бы в субботу целый день. Да, пойдем. Субботу уж отмечать ты хочешь. Ну, а мы же будем в 6 часов вечера. Не знаю. Сначала в машину садись, потом по всем. Сейчас нам надо вода, у нас нету ничего. Положи, да. Давай быстрее. Ладно, поехали. Вообще погода пока. Ладно, давай, поехали, говорю. Папа, дождь идет. Дождь идет, да, Леха. Ты взял бутылки-то да. С ними? Да.
Так, все, Лёша, поедем, под дождем поедем. Будешь в окошко смотреть, как дождь идет. Ну, я так и знал. Уже вон там просвет какой-то. Доехали до источника. Надеюсь, дождь нас не застанет здесь. Потом быстро мы еще наберем. И поедем. Свежо, зато на улице. Так, вот наши бутылки. Мы ставили зеленые спагетти. Да, да. Пока не капает особо, если только с деревьев немножко подкапывает. Прохладно стало. Так, сейчас наберем водички. Так, сейчас подождем. Ай, все, все тут. Давай-ка. Что там, у тебя еще интернет здесь есть? А? Интернет есть, что ли, здесь? Не знаю. Скотина, присосался. Ну что, снимать? Ну, вон камера, да, возьми, что-нибудь поснимай так. Так, Леш, куда ты пошел? Сейчас упадешь. Смотри, не упади. А? Ну, что-то мне на электронную почту пришло. Ну, вроде как нет интернета. Чего, за лесок? Подожди, Леш. Не холодно? А? Не холодно тебе? Мне пока нет. У меня пока микрофон прячется. Чего, Леш? Куда идти? Так, сейчас мы будем звук разделять. Сейчас у нас два канала. И как только жена с Лехой уйдет, она уже вот снимает. Я отключу свой микрофон, то есть звук воды должен уйти. Ты поснимай Леху там что-нибудь. Мама, у тебя надо. Велосипед достать? Да. Видела. Сейчас достанем. По лужу будешь ездить? Сядь на сиденье-то. Сидишь на сиденье? Мама, не все пробует. Ага. Поехали, Леня. Он хочет там по дороге, там дорога вон. Будешь кататься? По лужам будешь кататься? Чего там? Вот, разворачивайся, да. Будя, поедем. Угу. Мама, комары летят. Комары, да, летают.
Где-то кукушка. Ку-ку, да, Леш. Говорит, ку-ку. Вот не заговорят. Да, где-то там оно. Это синяя сова. И тут две даже где-то. С двух сторон. Где-то там. А вторая где-то там. Перекликаются. Как кукушка, Леш говорит? Ку-ку. Ку-ку. А мне жарко. Так, набрали мы воду. Вот. Сейчас поедем домой. Комаров много. Тут еще был дятел. Только что. Вот он. Надо будет колеса помыть. Угу. Давай, Леш, колеса помоем вон там. Чтоб чистые были. Давай, полезай. Будем мыть колеса. Эту испачкал тоже. А? Эту только что испачкал. Не, она ничего не попала. Так, стой, тут будешь здесь смотреть. Да, сейчас помоет нам велосипед, чтоб чистый был, и поедем. Не поедем. Теперь поедем. Это был велосипед отсюда. Ох, не забыл. Ох, не забыл, папа, вытащить. Папа. Чего? Ох, не забыл, вытащить. Да, это газ там. В баке. Мы приехали за бабой по пути домой. Угу. Есть чем кормить-то его дома? Вас там высажу, да? Разгружать. Ну, не было, но мокро. Мы приехали. В дом бутылки я уже разгрузил. Сейчас будет Леха кушать. Он будет что? Чесноль. Язык и сосиску. Чесноль. Смешной? Колосик. Угу. Ешь. А потом Петюша съест. Ты с тарелочки бери. А есть чем чай попить? Так. Сыр. Сыр, давай. Так. Пюрешку. Сейчас ты еще поломаю. Последний кусочек. И остается сарделька. Сейчас огонь, да, он сейчас ест. Птюша. Ну, потом он увидит. Пока не видит. Птюша! Птюша! Он сейчас там поест и это съест.
пюрешку. Давай. О. Так, все, язык съел сардельку теперь. Сейчас мама тебе будет кусочки давать, сардельки порежет. Язык съел? Да. Он тут на него накинулся. А еще есть язык? Еще язык есть? Можно дать ему, может съесть. Это опять надо разогревать, что мне сардельку? Нет, это невкусно. Невкусно? Видишь? Тебе язык разогреть, Леша? Леша, язык будешь? А? Леша, что, будешь язык? Да, я не знаю. Давай пюрешку. Кусь. Сейчас тебе баба еще язык, Леха, сделает. Пюрешка. Сардельку-то вкусная. Принесай. Вот наша вода с источника, все, что есть. И на сегодня, думаю, вот будем заканчивать. Да, у меня, видишь, надо субботу, чтобы я свободная. У нас тут запланировано, на субботу в ночь. Мне нужна суббота свободная. Вот с Жанной мне хорошо было поменяться. Она не отвечает. Так, Леха у нас заболел. Время у нас 7:20. Да, мне вообще идеально. На больничный не получается идти уже. Придется сейчас Леху с утра везти больного ко второй бабушке. В общем, такие дела. С утра сама проблема. Так, я за машину. Леху повезем как, это со мной, к бабушке второй. А что, я допроситься не мог на 4 часа? Кто? Ты. Что я? Посидел бы, она бы там поработала 4 часа, и там бы человек бы вышел, и все, нашла бы на больницу. Нельзя так, да, мне то не меняется. Так, если бы можно было, мы бы так сделали бы. На целый день бы отпросился бы. Ты. Мне и так мало получать будет. Копейки получать? Я поехал за машину. Поменяться у жены не получается, на больничный тоже и так быстро не уйти, потому что человек сейчас работает, и проблемно это все, в общем. Трусов взяла ему с собой? Да. Трусов с собой взяла ему? Потом придется ей фонтовать. А? Насколько задержусь, потом придется раньше приходить ей отдавать. А-а-а. Я ее меняю все время, поэтому придется раньше приходить. А-а-а. Ну, посмотрим. Сейчас таким надо. Потом приедем. Сейчас он не будет. Он еще спит. А? Он еще спит. Ну, значит, там дай. Понял? Что туда вызвать? Послушай. Ага. Всякий случай. Так, мой начальник не отвечает.
Значит, мы ему напишем в WhatsApp. Котом пока еды, да модно. От чего он мог заболеть-то? А? Продуло где-то его, что ли? Может быть. А где его могу продуть? Ну, что в садике, потому что вчера он был, я его забирала на полке, в шортах. Там жарко было. Не знаю. Скорее всего, в садике больше негде ему простыть. Ну, может, вчера он как-то простыл, пока ехали. Ну, он же в куртке сидел. Так, это у нас на вечер будут языки готовиться. Сейчас мы их утром поставим, и до вечера они будут тут стоять, на мультиварке. Сейчас мы Лёхте новую машинку подарим. И поедем в гости. В гости не поедем. К бабик другой. Бабик другой не поедем. Как надо. Как и не надо, подарить не подарим. Там игрушек много других. У тебя они как новые будут. В садик не пойдешь, Лёх. Все, дарю. Так, Лёх, смотри, что папа подарит тебе. Ой, какая красивая. Военная с мигалками. Газель, смотри, какая военная. Это да. Военная с мигалками. Нравится машинка? Нет? Смотри, у него открывается дверь вот эта вот, смотри, вот так вот. Опа. Писать хочешь, Леш? Посадить его все равно. Пописает. Не нажимается она, Лех. Только дверь открывается. Давайте на горшочку посажу. Я на горшочку потом. Ладно, пойдем-то одеваться. Так, я пошел туда машину греть, ладно? Пошел машину греть. Сколько синий. Вот пакет собрали, Лёхе, с собой. Можешь машину свою показывать. Мама. Вот он. Да, открывается. Так, ты попить ему зима, да? Да. А в дорогу попить теплую. Там налито. Там теплую? Надо еще погреть, чтобы теплый пил. Мама, дети на тренинг. А, погрей еще, чтобы было теплое. Так, Леха едет уже, идет точнее. Сейчас поедем в гости. На целый день. Потом после работы я его заберу. В Росгвардии очень плохо отпроситься. Там надо с кем-то меняться. Утром это сделать почти невозможно. На больничный тоже проблемно идти. Поэтому придется вот такие мучения делать. Для всех.
пока-пока, Лех. Папа поехал на работу. Пока-пока. Приехал в Сбербанк. Вот эту вот сумку отдавать обратно продавцу. Вот она тут за пару дней протерлась. Это видео не пойдет. Будем ждать, когда вернут баллы нам эти за нее. Алло. Алло. Что ему температуру давать? Да. Ну, они там парацетамол есть, свечи есть, что там еще? Что? Парацетамол, свечи. А, парацетамол сколько давать? Ибупрофен, что-то одно. Сколько там чего? 2,5 миллилитра. Само шпиментное есть. Вот это? А? 2,5 миллилитра, да, давать? Да, ложка есть мерная. Ага. Ну ладно, давай. Так, у Лёхи у нас температура. Кашель. Сейчас будем от температуры что-то давать. Нет, а потом не надо. Все, все, Лёха. Что не включается, то он включился. Так, Лёх, смотри, что у папы есть-то. Новые фруктовые кусочки. Видишь, какие новые? Что там, Лёх, внутри? Открыть тебе их? Давай открою. Ну-ка, смотри, что там внутри такое. Ну-ка, достань, посмотри. Что это? Это у нас лапки. Лапки это, Лёха, кошачьи. Носорог. Носорог, да, там. На, держи. Хоть что-то поешь. Сегодня ничего не ел вообще. Так, у меня там... Сейчас, Лёха, я приду. У меня здесь язык остывает. Сейчас будем пытаться с Лёхой есть и гречка. Мне кажется, Лёха не будет это есть. Так, жена придет у нас через полтора часа еще только. Сейчас я приду, Лёх. Здрасте. А я за нее сегодня. Так, вот смотрите, планшет. Он старый. И, скорее всего, только для звонков там пойдет. В игры на нем, наверное, будет не поиграть, мне кажется, он даже слишком старый. Даже там слабые простые не скачать будет? Там крестики, нолики, но только у меня маленький. Я, честно говоря, им даже не пользовался. Я не могу сказать. Он еще глючит. А глючит в каком плане? Ну, заедает там что-то в нем. Вот. Не знаю, как вам будет пользоваться. Ну, он не выключается, ничего? Нет, это он не выключается, он просто тот самый тормозит. Притормаживает. Да, долго думает. А, ну это ладно. Вот хотите посмотреть, как он себя ведет? Повозите. Может, вам не понравится. За 400 рублей? Я беру. Будет все равно в ходе этого. Да не, я возьму. Угу. По-любому. А Wi-Fi будет работать? Да, он работает. Wi-Fi. Спасибо огромное. Ага. А, еще хотел спросить. Зарядка. Зарядка микро. Зарядка старая, у меня есть такая. Ага. Спасибо, спасибо большое. Все, спасибо, до свидания. Так, ушел планшет. Я его забыл, кстати, снять. 400 рублей за него дали. Так, лежим с Лёхой. Яблоко будешь, Лёх? Да. Съел два яблока. Полтора пока что. Там жена пришла. Ну что там, купил у Лёхи?
Нету? Вообще нет. Там у женщин тоже спрашивают. Так, вот Лёхе поесть всяких штук помидоров в Дикси. Сколько стоили? Там чек есть. Ладно, сейчас скажу. Так, какие-то тухлые взяла-то непонятно зачем. О, коричневые. Вот такая эта, верхушка у всех. Да? Сейчас, Лёха! Персик? Персики стоят 199, а она продала в нектарин. Не поняла, что это персики. Киви и огурцы. Сейчас мы что-нибудь легкие. Наверное, не будет он на сюда. Сейчас я ему предложу сначала это. Лёха, смотри, мамочка, купила это. Будешь мне дороги? Ну ладно. Не особо хочет. А? Помидоры он не хочет. Он тебя все звал, Саудей. Ну поешь, и я буду машину ставить потом. Плохо дышит. Может, антибиотик продавать ему? Нету? А сейчас не работает уже? А, до 8? Ну, можно успеть. Или нет уже? Нет, уже не успеть. 55 минут. А взрослый есть? Вообще нету. Вообще нету? А? А вот и настоящий автобус Бастер проснулся. О боже. Ну может доеду. Рецепт приготовь там. Так, сейчас жена поест. Доеду за антибиотиками. Алёха, киви будешь? Да. Да? Сейчас тебе принесу киви. Так, вот купил Лёхе антибиотики. Такие две пачки по 85 рублей. А вот что у нас осталось с планшета сегодняшнего. С 400 рублей. Копейки остались. Купили фруктов и антибиотики Лёхе.